Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем Дэдпула. Ай, найди способ вывести дверь в вагонетку, надо быстрее освободить духов для смерти. Нас стреляют, нас, короче, расстреливают, нас убивают. Мы только что получили назад свои ноги. И нам надо как-то завести вагонетку. А заводится она, я напомню, с помощью рычага. Про который нам с вами... Тихо. Про который нас с вами 100 раз напомнили создатели. То есть те самые Хаймун, которые постоянно над нами угорают. Так, рычажок. На-ка. Давай. Ага, вагонетка поехала. Но зачем использовать один бочонок, когда можно использовать три? Действительно, а, давай. Зачем использовать три, когда можно использовать миллион взрывающихся бочонков? Стой, он не запрограммирован такое обращение. Эй, стой, ты не игрушка. Нет, стой, пожалуйста, сломай скрипты на уровне. Опять корова. Эй, только я могу ломать четвертую стену в этой игре. Эй, куда делся агрегат для бочонков? И бочонки. Может, стоило послушать ту корову. Так, ладненько, осталось понять, где у нас, короче. Это мы взорвем потом вот здесь, наверное, ага. Этот символ выглядит знакомым. Опа. Древние жители Геноша обладали удивительным вкусом. Открывай. Ты чего не открываешь-то? О, нам дали способность. И что это значит? А что за... В прошлый раз мы открывали ящик, нам дали какую-то суперспособность. Здесь нам не дают ни хера. Используй. Используй, говорю! Че, он закрыт? Твою ж мать. Так, а где... А, вон рычаг. Все, рычаг нашел. Спокойно! Пацаны, не стреляем! Не надо меня стрелять! Тихо, еще один бочонок. О, открывается! А, он нам денег дает. Так, ну-ка сдохни там. О, а че с пистолета-то, Дэдпульчик? Ну... У нас же есть супер-мега-пупер-пушка. Так, окей, ворота открыли. Эй, мы потеряли этот рычаг, вон там. А теперь надо сесть на вагонетку. И открыли ворота. А, сесть в вагонетку, так подожди, я же сел. Опа. Ай. Пока, ребят. Чё это там за херня? Эй, Дэдпул, мне нужно с тобой перетереть пару костей. Смешно. Скелеты? Эй, ты вонючий мешок с костями. Скелеты с ужасными французскими акцентами? Только в твоей игре. Эй, маменькин сынок. Вас убить, что ли, надо? А, ну окей. Да умри, сука, в него не попадешь. Они сами разбились, неудачники. А, опять этот кончи летающий тварь. Помоги кабелю... А, кабелю отматросить пару клонов. А, без проблем. Где кабель? Клоны злыдни здесь. Мои расчеты говорят, что это большое возмущение временного потока. Конечно, временный поток. Не понял? Просто поддакивай. Проклятие, Дэдпул, даже не подозреваешь, насколько твое участие важно для того, чтобы остановить злыдня. Стоять! Эх, промахнулся, сука, на-ка! Пиф-паф! Ой-ой-ой! На-ка! Кончились, что ли? Ну, иди, твою мать, я тебя постреляю сейчас! Ай! Со всех сторон опять эти громовержцы! Уйди! Ну, сдыхай давай, во! Где там падла это? На, тварь! Первым делом надо их выхлопнуть, чтобы они там меня не подытывали. Они мне всю панталыгу сбивают, все атаки, все мои комбо, на, падла. Хотя я комбо-то не делаю, но все равно. Мне будет приятнее, когда их не будет. Во, хорош. Молодец! А потом не осталось никого. Так оно и было, все правильно. Так, а где патрон для моей... Ой-ой-ой-ой-ой, за что? Саммерс, ну стреляй там, нет? F смерть. Смерть! Я скучал, крошка. Что ты тут делаешь? На этой платформе стоят 3 статуи. Выбери одну, найди дух и приведи его сюда. Окей. Без проблем. Статуя, ничего не слышу.
Троица любит разрушение. Наполни статуи, принеси освобождение. Троица любит разрушение, наполни статуи, принеси освобождение. Но тебя слышал, да? Какие красивые стихи. Ничего никому не скажу, я пошел. Зеленый зависть. Убийца влюбленных. Ну пойдем. А где? А вот. И где я сейчас? Это беглый мутант! А если быть точным, я мутировавший игрок! Так, а вы чё? Вы обычные? Ладно, с обычными по-обычному. Ну не та же кнопка-то, не то оружие, Дэдпульчик! Опа, отходим, молот. Вот, теперь можно. Вот, это хорошо. На-ка. А чё, надо духов спасти, да? Эй! Эй! А чё с вами такое-то? Алло! А, жет, поджигающий он, падла. Да хватит, сука, в меня стрелять! Собака! Подождите! Пацаны! Пацаны, подождите, подождите, подождите! По секундочку, пацаны, секундочку! ХПшечку восстановлю, все будет. Все окей, отлично. Да сдохни ты, ну там, вот. Тихо-тихо-тихо, отходим! Ну-ка, иди-ка, паскуда, сюда! На! Красава! Следующий! А! Сгорит, сука, прям на этой херне! Все? Он еще жив? А вот и он! Гранаты! Да вы что творите-то? Да что делаете-то? Ай-я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 й! А что за херня-то была? See you in a minute. Увидимся, без проблем вообще. Is he still alive? There he is. Какие, бляха, гранаты? Мне как от них урываться-то? А, тут на время. Я просто не понимаю, бегаю, смотрю, что делать. А так, оказывается, на время. Окей, ладно. А куда бежать-то? Вот собаки, а. Ну-ка, тихо. Идрить, твою мать. Все к бочонку, пацаны. Все к бочонку. Ничего не сработало, спокойненько. Где там главный-то? Так, один щитовик, один поджигатель. Что-то слишком сложно. Надо разобраться, кто где. Так, ладно, поджигателя вижу, щитовика не вижу. Ладненько, хер с вами. Уйдите! Со спины, как паскуды последние! Ну, сдохни ты, ну. А, еще один красава. Нихера себе! Щитовик! Щитовик! Отходим, спокойненько. Бежим, 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 бежим. Очень сложно, 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 подождите. Сейчас, пацаны, сейчас восстановлю хпшку. Ага. Никаких аптечек, я уже понял. Я это понял с самого начала. Так, ладно, щитовик. Нет. Бэшку. Ага. Давай его, хорош! Нет щитовика больше, сука. Сдохни, тварь. И поджигателя больше нет. Остались мы с тобой один на один, чувак. Ой, пойдем. Ну? Прям дождался. Алло! Ну и что с тобой делать? Да убей ты его, ну! Последний! Красава! Найди духа, засунь его в статую и верни ее смерти. Легче легкого. Окей. Подожди, ты так целых три духа на то. Воу-воу-воу-воу! Нихера себе вас там! Минус. Минус. Ой, у меня патроны кончились, что ли? Это поворотик. Прощай, дружище. Это на всякий пожарный, а то сейчас начнут стрелять нас, и беда будет. Ой. Ей! Стой, подожди, что-то нашел! Ладно, непонятно, как это сделать. Все равно какие деньги тупые. Там уже давали деньги. Ой, как хорошо. Подожди-ка, стой, Дэдпул. Не торопись. Так, отлично. Где улучшение урона? Да я с этого уже вору... Вы чё? Ну, столько народу с него перебил. Так, это что такое?
Здесь у меня все. А, окей, давай новый комбо себе сделаем. Нет, слишком сложно, это не буду делать, окей. Там ку-ку-ку-ку-ку, короче, большое комбо. Вот, будем на ку нажимать, значит. На Е просто очень долго, он прыгает, короче, земля прибивает и стоит, как пес потом. Воу-воу-воу-воу. Ну, иди, твою мать! Сдохни давай! Ха-ха-ха! Хедшотик пролетел! Сдохни! Нет! Собака! Надо было телепортироваться. Да откуда вы тут? О, хорошо. Так, мы комбо с вами не попробовали. Ну-ка! Ой. На этом не попробуй. Так, вы так меня убить можете вообще-то. Эть! Взрывайся, взрывайся, давай. Ну, 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 ты сегодня не уйдешь от меня, чувак. Опа. Я телепортироваться умею, запомни. Что-то быстро кончаются патроны к той убойной штуке. С нее надо больше и больше прокачивать. Там что у нас такое? Там что-то есть. И раз. Ха! Чемоданчик секрет. Что здесь очень дохера секретных чемоданов. Тут что? 1500 всего? За то, чтобы потратить столько времени на открытие чемодана, дают всего лишь 1500 этих очков для прокачки. Давай. Какая плохая дверь. А вдруг у кого-то будут слабые руки? Его не хватит только на одно открытие, он же полдня будет стоять. Надо, чтобы с одного тычка открывалась. Заприте его! Закройте двери! Знаешь, запирать меня внутри, возможно, не лучше из твоих планов. Так, кто это? А, эти падлы появляются. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вы что вытворяете-то? Нихера себе! Воу! Понято. С этими, короче, лучше не связываться. Да убейте его, его! Ну, не в смысле, не вы его, не вы меня, а этих чуваков убей. Ну, товарищи, голоса, помогайте! Эх, нихера себе. Нате, падлы! Вы чё прострали мою эту-то? О, хорош. Минус один. Прощай. Бляха, ты раньше не мог эти автоматы достать. Ну где вы там, давай. Вот сюда прям, по очереди. Я готов. Эй. Вы же на эту сторону можете появляться. Ага, попался, сучоныш. Прощай. Следующий. Вас же двое. Я тоже умею стрелять, чувак, поверь. Прощай. Все, что ли? Едь, спокойненько. Ну, не дури. На комбо-то нормально, смотри, что он делает. Правда, он не такой сильный, как предполагалось. Поэтому проще на Е нажимать, наверное. Да, верните свои, свои, сука. Откуда вы там пришли? Сидите там, никуда не подходите, прощай. Следующий. Эй, ты куда, дружище? На. Нет, там, по-моему, не синяк будет. Там целые гематомы, как минимум. Вы меня убили? Ну? Одну душу так долго добывать? Это остальные тоже по столько же добывать, что ли? Где вы? Они же вроде должны были меня проверять, эти, а что меня не проверяют? А, вот они, собаки. Давай! Где ты там? Блях, опять грены полетели. Кто я? Я Дэдпул! Болтливый ассасин! Серьезно, они что, вас клонов вообще истории не учили? Не дури. Не дури. Позвольте мне пролить немного света знания на вас. Сначала я был злодеем, как вы, недоумки, только симпатичный. Но это было достойно, потому что я пытался быть хорошим парнем, типа Росомахи, и симпатичным. И нельзя забывать о злой, секретной канадской военно-ученой лаборатории. Это не пейнтбол, и больше мочилова. И все? Если быть точным, Мочилова так и не закончилось. Что подводит нас к настоящему? Типа Мочилова сейчас до сих пор продолжается. Где вы? Кого еще убить-то?
Опа. Приныкался. Куда ты? Если ты их убьешь, они умрут? Что? Что это за глупая мысль только что была? Естественно, они умрут, я их убью, в конце концов. Ну-ка, сдохните. Я сегодня прям по хедшотам что-то главный, по-моему. Один хедшот за другим, прям только так пролетают. А сколько вас всего-то? Ну, опять эти псы идут. Что ты там бубнишь еще? Насри, насри. Ну-ка, сдохни давай, во. Хорош. Красава. Следующий. Грены полетели. Ну иди, твою мать, ну что же вы будете делать? Сколько вас тут? Патронов на всех не хватит. Специальная Да прям в упор, чувак, как не стыдно-то. Со всех сторон, собаки, со всех сторон. Ай. А задохни! Взорвись там. Ой, патроны кончились. Не, не кончились. Помнишь, я включил режим перфорация? Отлично, с мочиловым покончили. За мной. Куда? Ты меня вводишь в какие-то плохие места, смерть. Здесь кругом хотят меня убить, на меня напасть и... Знак Адидаса на груди. А, нет. Ладно, открывай давай. Спасибо. Оставайся в свету смерти. Теперь ты можешь... что-то там, но не углубляться слишком далеко в тени. Не все призраки в катакомбах рады присутствию чужаков. Окей, как скажешь. Открывай быстрей! Открывай! Открывай! Ну, пошел ты нахер вообще, давай быстрей. Он не открывает эти ящики, что за херня-то? Давай, открывай, говорю! Тихо! Там кто-то на меня бежит. Так, эй, детка, куда ты уходишь? Ну-ка, что у меня тут есть-то? Так, отлично, что такое? Нажми на курок, удержи, чтобы... О, хорош! Вот этого не хватало, теперь это будет. Так, улучшение игрока, а что у нас тут? А чё это я этого не видел? А, максимум патронов. Окей. Мультиуклонение, уклонись 5 раз подряд. А вот это вот я вообще не замечал, отлично. Красота прям. Больше здоровья. Давай. Блин, а чё я? Чё я раньше не заметил? Получше разглядеть грядущее. Держи своего курса. Не пугайся. У нас гость, покажи свою любовь. О, привет, чувак. Так, там духи, спокойно. Ты куда ушла-то, э? Смерть, крошка, может мы ускоримся? Ты голоден, как и я. Следуй за мной. Ну, я следую, только ты больше не улетай никуда. Ну-ка, открывай быстрей. О, красава. Эй, ты куда так разгналась-то? То еле летает, то бежит куда-то вперед паровоза. Тут, походу, дело какие-то... Есть ящики, которые не открываются. Этот дух принадлежал мутанту, который мог повелевать огнем ада, если бы он этого пожелал. Иди с осторожностью, любовь моя. Ты будешь подвергнут испытанию. Ты! Это все испытание? А, нет. О, мы обожаем! Вот это old school! Да, это хорошо, это платформер. Чего? На вниз-то можно? Можно. Бляха, принц Персия какой-то. Давай. Опа, опа. Не, ну платформер ты! Сука. Платформер это хорошо. Понято. Опа. Спокойненько. Красота. На-ка. Эй, подожди! Да не бейте меня, скелеты, что вы делаете? У меня есть серьезные испытания. О! Ну, тихо, тихо, тихо. Откуда вас столько? Вы бесконечны, что ли? Подожди-ка. Да пошли вы нахер, слышь. Вас тут больно много. Бежим, Дэдпул! Опачки. Закрывай, 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 быстрей.
Так я и подумал. Так, тихо. О, шатающиеся хернюшки. Ай, там же была это. Еще разочек. Ну-ка. На В. Блин, как неудобно на В-то еще нажимать. Спокойно. В, В, В. Ленинград. Так. Ясненько. Потрясненько. Используй давай. Тут, короче, нужна только клавиатура. Опа. В. Хорош. Отходи. Сложно это, очень сложно. Здорово, пацаны. На, пока. Эть. Какая прелесть. Поехали. Ой, а что так здоровье-то убывает? Да это было сложно. Это агрегат для бочонков. Эй, приятель, извини, что поломал твой кот на крыше. Без обид, ладно? О, бочонки. Спасибо, приятель. Их надо обратно, что ли, закидывать? А, вот, отлично. Нет, правда, не стоило, правда, на. Давай еще. Эй, ты зря. А куда здоровье твое убывает? На-ка. Ай, ты его здоровье снизу. Ой-ой-ой, что за говно? Это не те бочонки, пацаны. На-ка быстрей. Скелеты-то откуда берутся? Умри уже. Так, что там, сплавитель тако? Уйди. Спокойненько, на-ка, держи. Адский бочонок, короче, чуть не убил Дэдпула. Это выглядит, будто там есть дух. Я долго этого ждал. И все? Я вернулся. Кабель, глупыш, ты все еще выносишь клонов. Эй, ты вернулся. Убийств, разгадки, и все, что я получил, это жалкий дух в статуе. Сплошное надувательство. Духи, конечно, должно быть духи, привязанные к трупам мутантов, нужны злыдню. Не уверены, что его клоны повсюду. А что ты не ставишь, что ли? Ну, кто там следующий-то? Скелеты. Ну, пойдем скелетов порубим. Так, молотки. Иди сюда. О, откуда у скелетов кровь-то? Уйди. Ты собаки какие! У скелетов крови нет, что за херня? Я тебе сейчас... Ой, спасибо. Кто? А, опять эти собаки летающие. Ну-ка, возьми другую пушку, во. Где он там? Так, тихо. Держим несколько секунд. На-ка. Блин, ты этот, как тебя? Саммер, ты давай этих вырубай. А я этих буду вырубать. Держи. Ай, промахнулся, сука. На-ка. Во, нормально пролетает. На-ка. На-ка. На-ка! Прям в головешку прицелился, красавчик. Мне лучше разобраться с этой статуей до того, как я сунусь в следующую дверь. Давай разберемся. Опа. Да. Два духа остались. Ты хорошо справляешься, дорогой. Скоро, скоро. Пошевеливайте, Вейт. Здесь сейчас станет жарко. И дверью номер два. Тихо. Слишком тихо. Никого не слышу. Фиолетовый. Цвет дурмана. Мой любимый цветок. Клоун вернутся, я уверен. Ты куда? Приныкли. Короче, там ничего не вижу, ничего не слышу и ничего не чувствую, наверное. Какие-нибудь такие вот тотемы. Ничего не вижу? О, Вейт, торопись. Я вожделею эти души. Ну, без проблем. Это туман зомби. Возможно, мы вляпались. Геношианцы бы не оставили нам зомби. В их стиле оставлять сокровища. Сокровища! Зомби завыл. Сокровища! Сука, вот они наяривают. Какие зомби-то?
Я ни одного зомбаря не вижу. По этому коридору. Духи в той стороне. Это, по-моему, скелет, это не зомби. Поторопись с этими трупами! Этот еще тепленький. Последний раз говорю, не мешай свою ДНК с образцами. Одно из этих тел может содержать главную цепочку ДНК мутантов. Не похоже на зомби. Это не зомби, это клоун. Опа. Один. Ах, не успел. Ну и ладно, ничего страшного. Кто стреляет? Стреляет кто? Прощай. Следующий. На-ка. Алло! Суки. Убивай главного. О! А теперь вам, ребят. Теперь все вам. Держи. Следующий. О! Прорыв стены. Да хорош. Круши, Дэдпул, не боись. Убивай! Эти самые опасные из грудака стреляют, собаки. Ай. Ты что делаешь-то? За что ты меня так? Кто там? Где там? Кто-то еще где-то должен был остаться. Так, новые улучшения были. Секундочку. Ага. Что у нас? Улучшение обоймы. Ну, давай. Так, у меня еще улучшение игрока есть. Что там у нас? Верни урон врагу, который перевет твое комбо. Не хочу. Не хватает. Нет, того нет, у меня все ничего не бросаю. Ой, как это. Что-то все дорого прям. Получаю кредит, нам кредит за каждый 20-й. Ой, я таких комбо-то не знаю. На комбо выше 5. Короче, ничего полезного не осталось. Все полезное мы с вами сделали. Все здоровье прибавили, все хорошо. 125 здоровья. А, что-то не убил ты его. Эй, спокойненько. Да опять эти стрелки, сука. На, падла, как будто прописал. Я быстрее стреляю, чувак, я быстрее. Хорошая пушка! Реально прям красота. Чё у нас там прибавили к ней? Давайте мне улучшение урона. Во. Вот сейчас хорошо. Вот сейчас можно даже не нацеливаться так сильно. Просто можно одного раза стрелять и голову сносить спокойно. Ай, не попал. Я же прибавил тебе урон, что за дела-то? Ладно. Главное в голову целиться. Но он в голову и так с первого раза убивает. Откуда? Ой, ай-яй-яй, откуда? А, вон собаки. На-ка. На-ка. Бляха, не попал. Вылази! Вылази, говорю! Ну... Нет, ничего лучше высокопроизвольный чего-то там в взрывчатке. Новые улучшения, я в курсе, сейчас улучшу что-нибудь. У меня денег все равно нет, пока ничего улучшать. Вылази! Ай, сучка, не попал. Еще разочек. Прощай. Ай, я так и задумал. Никто и не сомневался, что ты так и задумывал все. Патронов, патроны с него убавляются, она прям классная. Она для дальнобойной, короче, разборки гораздо предпочтительнее пулеметов всяких. Что там такое? А, это корабль. Лодка приближается. Это моторная лодка? Мы обожаем моторные лодки. Поехали. Запрыгивай, дорогуша. Я тебе говорил когда-нибудь, что ты моя любимая мертвая девочка? В прошлой серии был танец со смертью. В этом серии свидание со смертью. Думать, что моя любовь удержит тебя. Безумие пытаться. И безумие рыдать. Да-да-да. Безумие любить тебя. Я не попадаю в эту ноту. Откуда вы тут? Я не попадаю в эту ноту.
Они поют про безумие. Моя любовь удержит тебя. Я так понимаю, эта песня полетит по авторским правам? Так оно и будет. Поэтому, если здесь песни не будет, я не виноват. Гугл, сам ютубчик. Погоди, какого черта? Дерьмо, 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 дерьмо! Эй, эй! Вот там! Смерть, ты меня подставил, ты в курсе, нет? Смотри, сокровище великой трансмутации мутантов! Под его управлением общество уразумело, что у алчности есть цена. Тук-тук-тук, открывай. Удивительный Дэдпулио! Они ждали твоего прибытия, но ты должен доказать, что ты достоин. Ты должен пройти испытание. Загляни в свою собственную душу. Только тогда дух проявит себя. Ищи мудрость в древних пещерах. А я с нетерпением ожидаю твоего возвращения. Только вперед. А! Только вперед, любовь моя. Туда? То стреляться? А, окей. Давайте на этом закончим. Древние пещеры удивительного мудреца Дэдпулио. Есть у нас такой. Продолжим в следующей серии. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.